Так, народ, здорово. Я говорил уже. Зомбисайд, один слег, если они похожи, перевод лишь это воткнул, короче, зомбисайд. В общем, чего я начал изменять? Вот решил сделать универсального персонажа, правда, мне непонятно. Некоторые здесь скиллы, может ли он плащи носить и кольчугу, также топоры, булавы, вот это вот непонятно. И с скиллами я еще разбираюсь. Так что импровизирую, как говорится. Так, ладно, пошли, мне этот же персонаж здесь. Да, пока все очень просто, я еще противников не усилил, это конечная фаза будет. Так можно, да? Приноси отражение. Так, это здесь телепорт их не был, блин. А вот. Немного раздражающе. Здесь, как видишь, управление немного другое, то есть по скиллам оно идет. То есть получается, если хочу цифру 1, то мне надо сюда его закидывать. К примеру, хочу тут удар молнии или осколок. Куда надо запихивать? Вообще непонятно. Тупо как-то сделано все. Это мягко сказать, тупо. Сыворотка, два дух, мана от зелий. Но тут все очень тоже странно. Два и, к примеру, на три. Так, 20 очков у нас здесь есть уже. Ну, 2 на дух. Так, скиллы. 14 скиллпоинтов. Есть, это хорошо. Так, проверяем эту хренотень. Мне надо еще проверить вот эту вот магическую. Вот вутынь. Ну, управление здесь, конечно, он переделал, я могу вернуть его обратно. Еще и мутации какие-то есть, да? Вот мутейшн, к примеру, месть природы, клок льда. А, это не мутации, это навыки оружия. Понятно. То есть это у нас навыки просто оружия, но пишутся они вот таким вот макаром. Я чё сейчас сказал сделать? Мощный удар. Цифру 1 стоит. Заряд молнии. А, это мышка, это цифры. Тьфу ты, блин, этот капец. Попробуй здесь определиться, а. Врагов количество тоже еще не было увеличено. Так, топор. Ну, владеть можем. Хорошо.
Топором можем, кинжалы я убрал. Ну, я не вижу смысла от кинжалов. А, вообще-то в той версии не видел, хотя, может, оставлю, но реально... Вообще нафиг не нужно. Может, здесь хотя бы им применение сделали. Ну, вот топор, к примеру. Булава. Булава. Это на молот больше похоже. Тут молот вообще есть. Тут булава и молот это одно и то же. Да, здесь у меня сразу скажу, стоит уже не восстановление. Короче, противник так не восстанавливается. Кому интересно. Ага, во время боя у меня не видно это все. Вот в чем прикол. Ну, это я мог и сам сделать. Это... В принципе, разработчик как-то странно, что он сейчас до этого додумался. Если честно, это... В принципе, это не важный фактор, я тебе так скажу. Он ни на что-то не влияет. Вот, правда, здесь то, что было убрано, возможно, ставить... Гвардианов, возможно, я это восстановлю. Жезл, о. Кольчугу мы носить не можем. Требуется знание о кольчуге. Как видишь, здесь почему-то оно у меня не отображается. Но здесь оно вообще-то есть. Плащи. Да. Надо будет посмотреть, почему оно не отображается. Хотя должно, вообще-то. Да, вот звоните, как ты всех крошишь. Очень интересно. Так, кредиту было интереснее, да? Ну да, вот меня это не устраивает. У меня хоть уровень не поднялся. Двуручный меч я тоже не могу взять, да? Вот себе и вуаля. Навык двуручный меч. Да,
да, улучшение карты по поводу этих тауров, всего остального, это я сам делал. Да, частично я мир сам отредактировал, но еще не до конца. Здесь монстров должно быть вообще-то много. Земелья у меня богатые вообще-то. Огненный взрыв. Самонаводящиеся снаряды. А, вот по поводу эксклюзивных сумочек, кстати говоря. Работают они? Нет, сумочки не работают. Сумочками надо тут поменьше делать. Не 34. А, наверное, 30. Почему только один уровень? У меня как минимум 6 уровней было до этого. Тут. Понятно, короче, это они... А, нет, вот. Не, нифига, тут один уровень реально. Странно. Так, ладно, я сейчас тогда с сумочками сразу разберусь, пока свалю. Ну, буду серию скаливать, так кусками писать, народ. Потому что здесь довольно-таки долго, я уже 3 часа 4 парюсь. Да, надолго об удовольствии здесь время. Так. Наполнит КП. Понял. Понравилось. Ну что я могу сказать? Да, как многие могли обратить внимание, я доделал эту хренотень. Я ее сбалансировал. Сделал так, как... Ну, так, как я хочу. А не так, как кто-то хочет другой. Тут много классов персонажей. В общем-то, смотри. У нас есть возможность увеличения оружия. Раз. То есть мы здесь можем увеличить оружие и броню. А далее. Мы можем увеличивать второй раз все абсолютно оружие. Это специально сделал. Я убрал одиночные скиллы. Оружейные, потому что это был бы перебор. Также... У нас тут по магии. Есть тут возможность магии пользоваться. Так, есть возможность усиления магии раз. Есть возможность усиления магии, в принципе, тут уже по специализированным скиллам. Это я оставил, эти очки стоят дороже. В принципе, так как у меня не будет некоторых тут, так сказать, заворотов, ну, может быть, добавлю еще этот владение двуручным мечом. Еще не знаю. В принципе... Ну, двуручным оружием. Посмотрим. Пока, я думаю, так хватит. То есть у нас будет специализация. Такой воин-маг. По идее, должно быть нормально. Так, это сразу сюда. Ну, пошли. Так, здесь увеличенное количество монстров. Я посмотрел. Здесь. Короче... Здесь по настройкам игры можно по умолчанию увеличивать еще количество монстров в 2 раза. Так что я не стал ставить увеличенное свое количество монстров, потому что если я еще введу свои параметры, это будет 8-кратное увеличение монстров от начального. Это же писец.
тоже надо аккуратно быть. Я так посмотрел. А, он типа со мной, что ли? Блин, тут нет возможности управления планом, и это немного неудобно. Три зелья сразу. По-моему, немножко халява. А, да. Увеличил я немного шанс спауна предметов. Правда, я не помню, какому там три файла, короче, они все активные. В каком файле это именно увеличивается, я не понял. Так, портал у нас есть, да? Ну вот, что мне здесь понравилось, так это, смотри, вот такие вот, ну, изгорья, горы. Ну, и, в принципе, можно и ванильку перенести, это не проблема. А так, необычно давай. Я сразу говорю, я еще думаю, что это делать здесь управление такое же городом, которое, в принципе, есть в первой части. Не, луком я пользоваться не могу, но скилл этот у меня есть. Думаю, надо его будет. Нажимал вроде на хилку, но тут привык, надо к этому долбанутому управлению, мягко сказать. А, неудобно пока привыкать. Самое, наверное, противное. И чё так телепортов вообще много здесь? Я их вообще вот телепорта не трогал. Блин, один, это второй смотрю. Этот дядя мне не нравится. Да, усиленные монстры, конечно, здесь довольно прикольная вещь. Но здесь нет развития города. Вот в чем беда. Я вот когда посмотрел там, ну и говорю, его можно прописать опять же. Непонятно тогда, в чем здесь смысл-то вообще. Он бегает быстрее, там он бегает медленнее. Интересно. О, может, мы оружие можем поменять. Так, отлично. Так, это прокачали скиллушечку, дай-ка я качну. Опа. И сразу тебя сюда.
Так, 5 секунд, я на 12 секунд осталось времени, я понял. Так, хорошо. Значит, что мы здесь еще можем запендюрить? Еще один скиллушечку. Вопрос какой? Пока мы с топором, да? Да, тут можно это все скиллы убирать, что мне понравилось. Не знаю, лучником я и так уже наигрался. А, мы можем... Рекруту таун. Вау. Так, а если против него, к примеру, огоньком долбануть, а? Ну, лучше, наверное, огнем против некоторых здесь видов пиндюрить. Иначе хрен догонит. Так, молотом я могу орудовать? Нет. Хотя ладно, молот такой себе, но надо... Так. Ну чё, тогда вот это прокачиваем, и огненный шарик. Каждый раз нам дают сколько? Урон 5-1%, 6-2-1%. Ну, он увеличивается-то неплохо, я тебе скажу так. 32-30, здесь тоже, да? Я бы не сказал, что он сильно увеличил. Ты двери продаешь. Двери тоже я не усиливал пока что. Как есть много вопросов. Так. Много есть вопросов, конечно. Отлично, но здесь получается блокировка мана.
Чистый лучник хренов. Ладно, сваливаем отсюда пока что. Эти шерстяные у нас стали огнестойкими, оригинально. Ты чего не ожидал, это что у нас шерстяные наши друзьяшки станут огнестойкими. Так, ладно. Станция крафта меня сейчас мало волнует. Свежие фрукты. Ты жив, ну как такое возможно? Вау. Только с броней. Ой, эту сумку. Ты броню я должен здесь на стойках получать. Ты издеваешься. Так, бочонок. Ты у нас кто? А, так вот в чем здесь прикол. То есть у нас есть город. Так, ну управлять городом мы никак не можем. Это очень крайне хреново. Ну это реально хреново. Невозможность управления, блин, телепортов да, здесь много. Это полная ерунда. Можно бегать группой, то здесь игра сделана немного по-другому, но это неинтересно. Не скажу, что интереса прибавляет. Я буду потихонечку так, слушай, мод доделывать, конечно, но... Как-то не очень, я что-то и забыл сразу. Чё я в этот мод-то не играл? Это такая скучная хренотень. Зачем это сделано было-то? Ну ладно, давай попробуем здесь покопаться. Event History. Камень-портал. Контекст. Да чё итоги? Такие функции, блин, реально убрали. Елки ты моталки. Разработчик ты чего? Mutated. Можно мутации делать.
То есть мы можем взять несколько персонажей. Я так понял, да? Кто ничего не понял? Тут мутации, то есть мы делаем несколько персонажей и потом собираем с мутантов новые. Я понял. Да не в этом дело-то, блин. Не, предыдущая часть намного интереснее, слушай. Определенно. А здесь только бегать, блин, без управления города. Хрена убирать управление города. Ой, подставы, нападение на город. Это же самая интересная хренотень была. А сейчас. Не знаю, народ, будет продолжать, но что-то я как-то, блин, сомневаюсь в этом.